Новогоднее настроение и сказочную атмосферу в отделении новорожденных создают самые любимые, родные, сладкие малыши, что на время чудес стали декабрятами. У нас в сутки бывает, что от там, 10 до 25 появляются на свет таких декабряток. Поэтому трудимся всем коллективом. Такие достаточно яркие, красивые конвертики. Сразу создается праздничное настроение и у мамы, и у персонала. Очень красиво, когда происходит выписка. То есть это действительно уже и так всегда считается праздничный момент. А здесь малыши очень красиво одеты в виде таких маленьких Деда Морозов. Новогодние подарки папам нравятся. 600 нарядных малышей в праздничных конвертах и шапочках выписали в декабре из Видновского перинатального центра. Врачи говорят, что снегурочек появилось на свет чуть больше, чем Дедушек Морозов. Малышка Ева стала вторым ребенком в семье Майи Кузнецовой. Говорит, что дочь – самый лучший новогодний подарок для всей семьи. Дома все ждут. Папа, конечно, в первую очередь. Бабушки, дедушки. Ну, родственники все родные. Мама еще одного декабренка Екатерина Николаевичева уверена, что родной, любимый волшебный гномик сын подарит немало минут радости и счастья всем близким. Об этом роддоме слышала много положительных отзывов. И вот по рекомендациям решила здесь. Это мой второй ребенок уже. Вот первый раз рожала в Москве. В отделении реанимации новорожденных тоже ждут приближения чудесного мгновения. Мамы и врачи уверены, что в такой новогодней обстановке хрустальные мальчишки и девчонки будут только радовать. Наши детки, которые поступают у нас в отделение, они тоже причастны к этому празднику. Мы специально сделали для них такие новогодние пледики, новогодние шапочки. И когда мамы приходят, они уже тоже у них поднимается настроение, несмотря на то, что малыш, конечно, болен, ему надо помогать. Он требует огромных материнских усилий, наших усилий. Но создается все равно такая волшебная атмосфера. 6000 семей в 2022 году стали счастливее на одного, а то и двоих. Их детей. Еще столько же мальчишек и девчонок, а может и больше, Дед Мороз обещал и в новом году. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.